Итак, мы презентуем вам следующий инструмент пражского мастера Иоханн Кулик. Праг, 1862 год. Оригинальный цетль, оригинальный этикет, все оригинальное. Инструмент будет продаваться с сертификатом полностью подтверждающим его оригинальность. Что касается звука, мне инструмент чрезвычайно нравится. Настоящий инструмент, на котором можно практически все что угодно играть. Сейчас я вам покажу. Достаточно большая разница между форте и между пьяно, между ударом и легкой игрой. Инструмент позволяет все делать. Все струны звучат также достаточно ровно. Касается более высоких струн. Инструмент великолепно настроен с самой нижней до самой высокой ноты. Он предназначен как для солистов, так и для студентов консерватории. Цена позволяет приобрести его еще сейчас, пока эти инструменты не вошли в тот невероятный уровень цен, который показывают сегодня старые итальянцы. Эти инструменты еще достаточно ценовом соображении достаточно мало стоит, чтобы их могли приобрести желающие люди. Итак, этот инструмент будет показан на следующем аукционе. Все его данные вы сможете посмотреть также на странице Art Maximum. Будут выставлены фотографии, все его размеры, данные и так далее.